Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Умерла известная украинская журналистка и общественный деятель Екатерина Зеленская. Как написал в Facebook политический деятель Алис Шевченко, Зеленская была талантливой и честной журналисткой. Активно помогала в деятельности оппозиционного к власти украинского культурно-логического клуба. Внучка умершей Надежда Набока сообщила детектору медиа, что прощание и отпевание состоится 30 декабря в 14:00 в крематории на Байковом кладбище. В этот день Зеленской должно было исполниться 89 лет. Екатерина Михайловна была одной из основателей и руководителей киевской организации движения. Журналистка работала в журнале «Украина». Сыном Екатерины Зеленской был Сергей Набока. Киевский журналист, диссидент, правозащитник, основатель первых независимых украинских СМИ. Он умер в 2003 году от сердечного приступа на 48-м году жизни. Напомним, ранее украинский журналист, музыкальный обозреватель, продюсер радио и телеведущий Александр Евтушенко умер в возрасте 63 лет. Об этом на личной странице в Facebook сообщил писатель Анатолий Днестровый. Причина смерти знаменитости не уточняется. Однако известно, что Александр долгое время боролся с болезнью энцефалопатия – синдром диффузного поражения головного мозга. Не стало Александра Евтушенко, первого профессионального музыкального критика эпохи независимости, профессионального историка украинской популярной и молодежной музыки последних 30 лет, написал Анатолий. Евтушенко был фундатором музыкальной журналистики в Украине, редактор первой музыкальной газеты «Аудиотолока», первого журнала о музыке «Галас» и других изданий этого направления, вел программу «Тындеринды», выпускал музыкальные альбомы. Журналист работал с такими ведущими украинскими изданиями, как «День», «Пик», «Собеседник», «Зеркало недели» и прочими. Кроме того, Евтушенко работал над развитием жанра украинской рок-музыки, вел радиопередачу «Рок украинского характера», 25 радиоэссе о выдающихся рок-группах Украины. Работал ведущим программы «Музыкальный остров» на радио «Свобода». Также он выступал как пресс-атташе самых знаковых украинских фестивалей, как «Червона рута», «Перлини сезону», «Таврійські ігри», «Альтернатива Львов», «Мазепа-фест» в Полтаве. Прощание с Александром Евтушенко состоялось 26 декабря в 11:00 на территории крематория Байкового кладбища в Киеве.